Умением выращивать плодовые деревья адыги славятся с древности. Сегодня садоводство занимает важную часть в структуре экономики региона. За последние годы садоводство в Адыге стало неким брендом. Площади под яблоневыми садами растут, аграрии активно внедряют в хозяйствах новые технологии и расширяют географию сбыта яблок под брендом «Выращено в Адыгее». Сейчас в республике начался сбор яблочного урожая, в частности и в Кашихабском районе, в лице фермерского хозяйства «Грин Агро Адыгея». В Кашихабском районе приступили к уборке плодовых культур, это значит яблоня у нас. Сегодня приступила «Грин Агро Адыгея», которая уже в 2016 году начала посадки яблоневого сада. Сегодня вот первые 17 гектаров, где проходит уборка у них. Всего по району более 100 гектаров. У нас плодовых культур, плодовых косточковых культур, 20 гектаров черешни у нас на сегодня, яблоки, 68 гектаров сливы, значит, тоже более 20 гектаров у нас. Еще мы в этом году планируем в районе посадить, значит, 12 гектаров черешни и вишни у нас на площади 12 гектаров тоже, на Волинском сельском поселении. На сегодня у нас в районе работает, можно сказать, 6 фермерских хозяйств садоводством. Это Дмитриевское сельское поселение, Метово фермерское хозяйство, это Кашихабльское сельское поселение, значит, Ямыков Беслан Заурбеевич, у него черешня. Также вот Грин Агро Адыгея, который занимается яблоневым садом. Всего у них 68 гектар. Также у нас в Волинском сельском поселении тоже занимаются фермеры там. Слива у нас прошлого года посадки. И в этом году тоже планируют еще вишни, около 12 гектар там тоже. Развитие производства плодовых и ягодных культур стимулирует создание дополнительных рабочих мест на селе. Это способствует сокращению оттока населения из сельской местности. Наращивать площади, в частности, помогают средства господдержки. Очень радует, что уже больше и больше фермеров начали заниматься садоводством. В районе как бы она была малоперспективная, если взять вот 2-3 года назад. А сейчас она уже как бы идет на расширение. Первая причина – это значит финансирование с госбюджета. Это все, которые дела делаются в садоводстве, они все возмещаются. То есть и посадочный материал возмещается, часть затрат возмещения идет, мелиорация возмещается, часть затрат возмещения идет. Все работы, которые проводятся, и уходные работы, все работы, которые проводятся именно по многолетним насаждениям, по садоводству, они все возмещаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. И они как бы все, у нас документы готовят на возмещение, они все как бы по, наши фермеры, которые принимают участие в этих программах, они получают возмещение часть затрат. Нужно отметить, что большую роль на урожай, как и везде в сельском хозяйстве, оказывают погодные условия. В этом году у нас, можно сказать, урожай невысокий. Уборка идет у нас как бы в саду первый год. Приезжали мы сюда весной, когда были весенние заморозки, со специалистами Россельхозцентра. Мы здесь проводили анализы, смотрели. Здесь было, значит, процентов 40-50 поврежденных цветков от всего. Можно сказать, что, значит, здесь на сегодняшний день мы собираем от запланированного 40%, 40-50% плодов. К сбору урожая Грин Агро Адыгея приступила на этой неделе. В этом году они планируют собрать свыше 10 тонн яблок и завершить сбор в течение 3-5 дней. Общая площадь этого хозяйства составляет 68 гектаров. Общая площадь у вас сколько составляет? В хозяйстве у нас 68 гектар сада. А какие сорта яблок? Ой, начиная с ранних, заканчивая зимними. С ранних у нас Женева. Так, потом Чемпион. Гала, Айда Ред. Есть новые сорта типа Моди. Это мы посадили вот буквально в том году. Ну, а он в плодоношение вступит только, я так рассчитываю, что в 2022 году. А в день какой вы урожай собираете? Примерно. У нас в этом году урожай за счет заморозков, то, что весной во время цветения яблони вымерзло очень много цветов и бутонов. Ну, урожай у нас крайне низкий. Ну,
тонн 10 по-любому должны собрать. По словам управляющего Игоря Гладких, в планах на ближайшее время приобрести необходимую технику для работы на плантациях. У нас наемные люди, там 4 человека на сборе, ну и водитель, который перевозит продукцию. Получается, у вас техника одна, да? Ну, на сегодняшний день, да, по планам, значит, у нас уже в разработке закупка маленького трактора «Белорус», закупка, значит, плодовозов. Как минимум 2-3 плодовода нам нужны будут. Это нам облегчит уборку и ускорит на следующий год. Ну, естественно, контейнера для сбора. Ни для кого не секрет, что в садоводстве есть свои определенные нюансы ухода за фруктовыми деревьями. За плодами, как таковой уход, у нас мы следим, чтобы не повреждалась плодожоркой и чтобы не было болезней. Проводим регулярное опрыскивание. Ну, естественно, все... У нас придерживаемся дозировок, и чтобы промежуток между опрыскиванием и сбором урожая составлял как минимум 3 недели, чтобы не было остаточного количества пестицидов в плодах. На следующий год примерно на какой урожай рассчитываете? Ну, я рассчитываю, что с этого сада, ну, по идее, тон 50 мы должны снять, и посадка прошлого года, ну, тон 10 снимем. Того тон 60, по идее, должны снять. На будущий год в планах хозяйства повысить урожай в несколько раз. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.